Добрый день, дорогие друзья! Спасибо огромное, что вы все сегодня пришли к нам сюда в этот воскресный чудесный день. Сегодня мы здесь собрались, что называется, не просто так, а по поводу. Все наши молодые артисты, музыканты, гости, все мы сегодня собираем средства на дорогостоящую операцию для 6-летней маленькой девочки Риточки Смановой. Ее диагноз – постобтурбационный стеноз гортани. Обычному человеку такие вещи очень трудно выговаривать. Ну, в общем, проще говоря, ребенок просто задыхается, вот, и как бы любая простуда сейчас для нее может оказаться последней. Ну, вот, и я хочу обратить ваше внимание, 26 апреля назначена операция для Риточки. Необходимо собрать еще порядка 200 тысяч. Если у вас есть такая потребность душевная и сердечная, у нас вот здесь есть коробочка, такая розовенькая, вот она, вот посмотрите, пожалуйста. Розовая коробочка в горошек, туда можно положить денежку. Вот. Ну, собственно, а сейчас я хочу позвать на сцену свою соведущую, Танечку Молоткову. Она будет объявлять наших ребятишек. Всем добрый день! Большое спасибо, что вы все пришли сегодня на это действительно теплое и душевное мероприятие. То, что вы здесь, уже говорит о том, что вы не безразличные люди. Но всегда нашим артистам, наверное, хочется узнать своих зрителей поближе. И именно это я вам сейчас предлагаю сделать. Заодно взбодриться и настроиться аплодировать и встречать самыми бурными овациями наших исполнителей. Итак, начнем. Поаплодируйте прекрасные дамы, которые сейчас находятся в этом зале. Есть вы здесь? Не могу понять, мужчин меньше, чем дам, да, сегодня? Ну-ка давайте еще раз, сильные, мужественные мужчины. Ну, хорошо, скажите, есть здесь те, кто любит больше отдыхать, чем работать? Вот таких много, сразу слышно. А может быть, есть те, кто бы сейчас хотел прям встать и пойти на работу? Нет. Ну и хорошо. Скажите, кто сегодня пришел в отличном настроении, чтобы слушать хорошую музыку? А еще поактивнее. Именно в таком настроении, с такими эмоциями, я призываю вас встречать наших исполнителей. Первый блок – это самые наши юные участники. Выступят перед вами сейчас Милана Мухкина и Ульяна Валуева с песней «Продобрей». Встречайте! Thank you.
Это самый юный участник нашего концерта. Сколько тебе лет? Пять. Пять лет, представляете? Браво! Чуть-чуть постарше, а тебе сколько? Семь. Семь. Вот такие у нас сегодня исполнители. И Милана, которой пять всего лет, уже такая серьезная девушка и поет бессмертные хиты группы Beatles. Встречаем! Thank you.
Я? Где же аплодисменты? Такие, на эту сцену приглашается Злата Левашова. Милочка, да. Но Милана еще выйдет тоже сюда. Это ее не последний номер сегодня. Злата исполнит для вас хорошо знакомую с детства каждому песню в коробке с карандашами. Встречайте! Вот она перед вами, коробка с карандашами. В нее совершенно свободно вмещается что угодно. Коробки с карандашами, горы, океаны, гномы, великаны и кот с большими усами. Коробки с карандашами, живет зеленая елка, ее украшали долго хлопушками и шарами. Коробки с карандашами, заяц бежит при прыжку, он догоняет мишку с плюшевыми ушами. Коробки с карандашами, под снежный снег пробивает, мальчик ручьи пускает, корабль под парусами. Желтое солнце пляшет, на желтом песчаном пляже с веселыми галышами. Коробки с карандашами, цирк, как обычно, полон. Идем пока на ту клоу, жонглируя вручами. Исполняет ее снова Злата Левашова и Милана Мухина. Выбегай к нам. Миланочка, где твой микрофончик? Вот этот, да? И песня называется «33 коровы». Yeah.
Французский писатель Ромен Ролан сказал однажды, чтобы озарять светом других, нужно носить солнце в себе. И сейчас на эту сцену вышел ребенок, который абсолютно точно это солнышко в себе носит. Она знает, как поднять всем настроение своей лучезарной... Чем? Улыбкой. Улыбкой. Именно песня от улыбки сейчас прозвучит для вас. Исполняет ее Ульяна Валуева. Ульяна Валуева «От улыбки». Уважаемые гости сегодняшнего вечера, дамы и господа, не забывайте, что прямо по курсу передо мной стоит розовая красивая коробочка. Вот сейчас ее показывают, ее должно быть всем видно. В эту коробочку мы собираем денежки для Риты Смановой, для девочки, в честь которой сегодня проходит это мероприятие. Пожалуйста, обратите на нее внимание. Ну а сейчас для вас поет Вероника Гиргенсон. Песня называется «Don't get around much anymore». The club. God is fair.
Друзья, вы еще не скучаете? Покажите, как вы будете встречать наших следующих исполнителей. А поактивнее? Отлично. Я вас не сомневалась. Сейчас на сцену выйдет ученица, еще одна ученица, вернее, организатора, одного из организаторов, исправляюсь дважды, этого замечательного мероприятия. Сейчас на сцену выйдет Лия Каратаева. Песня называется «All of Me». Take my arms, I will.
Still I wonder.
Just like a star across my sky, just like an angel of the page, you have appeared to my life. I feel like I'd never be the same. Just like a song in my heart, just like oil on my head. Большое спасибо, Анастасия. Мне кажется, после этой песни в воздухе как-то больше повеяло весной. Запахло цветами. И эту романтическую ноту сейчас продолжит еще одна исполнительница, Ася Фадеева, которая исполнит песню «I just called to say I love you». Добрый день. Я хочу кое-что сказать. До сих пор не знаю, что я буду говорить, поэтому это будет полная импровизация. Первое, с чего я начну. У каждого человека в жизни есть девиз. Ну, даже если его нет, то он должен быть. У меня такой девиз есть, и он звучит так. Любя, побеждай. Величие человека в том, что он умеет любить, и он умеет дарить любовь свою бескорыстно. Любовь нужно дарить каждый день каждым своим близким людям, абсолютно всем, даже прохожим. И для того, чтобы подарить любовь, достаточно просто телефонного звонка с текстом «Я звоню тебе, чтобы сказать, я люблю тебя». No, I'm smooth too.
сегодня у нас есть повод не печальный, радостный, потому что мы сегодня можем проявить сопричастность к спасению целой жизни. Целая жизнь — это очень много. Спасибо вам большое. Ну а сейчас для вас прозвучит еще одна красивая песня, которую исполнит Анастасия Егорова. Песня называется «Turn Me On». Всем здравствуйте. After all, I am one who turns me on.
Спасибо, Егор Абай! Еще раз поприветствуем всех! А сейчас кто выйдет, кто выйдет. Мы вообще любим всякие коллаборейшн, вот стоит Сурумидис петь со своими учениками, например. Мы прям вот, мы с ней вместе поем, да, а теперь мы уже по отдельности. И я хочу эту потрясающую совершенно женщину пригласить на сцену. Слов у меня уже не хватает. Как ее объявлять? Ну, ты сама позовешь, да? Да. Добрый день. На самом деле, вы, конечно, плохо сегодня аплодируете. Позавчера на моем концерте было всегда так, даже громче, да? Часа три без остановки. Что сел? Кто у меня занимается, голос не садится. Тоже. Вспомни песочницу, Леночка. В песочнице никогда голос не теряется. Так вот, для меня на самом деле самое большое счастье – это то, что выходят ученики мои и, извините, круто поют. И я такая счастливая от этого. Спасибо вам, мои родные и любимые, что вы так справляетесь, что вы так любите то, чем мы занимаемся. Значит, ни один день не прожит мною зря. И, конечно, сегодняшний концерт очень важный. Надо помочь этой малышке, чтобы она тоже могла дышать и говорить так же, как умеем легко и свободно дышать мы и говорить. Поэтому давайте не будем забывать о том, что где-то в зале есть эта красивая розовая коробочка. Так вот, я вообще не очень собиралась петь, а потом что-то на последнем занятии, вот прям на днях, у меня разные ученики, и поверьте, половина из них не поют, да, не дают концерты, хотя сегодня мне показалось, что им всем надо на профессиональную сцену. Вот Людочка одна из таких, она, в принципе, работает на телевидении. Я не буду называть, да, передачи, не надо, да? Она работает просто редактором на телевидении, там, ну, вы понимаете, делает очень важное для нас дело. Просто эту передачу очень многие смотрят. Моя мать в том числе. Я не ожидала такой чести. Она не знала, что она будет со мной петь. Нет. И что-то мы так играли, спели. Потом она запела сама эту песню. Говорю, давай ее споем. Она, когда? Я говорю, ну вот, воскресенье. Вот оно, воскресенье. Воскресенье пришло, и мы поем. Всем привет. Если вы знаете эту песню, дайте нам знать, хорошо? Вот по этому ритму узнали? Нас
Людмила Тихомирова. Тихонова, я Люда Тихомирова. Спасибо. Спасибо вам всем. Вот так правы, девчонки. На телевидении, товарищи. Спасибо. Красотки. Сейчас я хочу позвать на эту сцену своего большого друга, совершенно потрясающего человека, прекрасного музыканта. Это сама душа музыки. Гия Дзагнидзе, встречайте! Эй, сейчас он свой стул вытащит. Сейчас тут причинческие технины немножечко. Вы видите, какая у него гитара? Ни у кого такой больше нет. Ручная работа. Живая музыка, она всегда вызывает вот такие вот нюансы. Попса под плюс, все просто. Все пляшут, все сплошь ничком. Раз тут, втык, перевтык, джек-джек, джек-джек, джик-джик. Сегодня, на самом деле, хочется сказать добрый вечер, но, в принципе, добрый день. Добрый день, дорогие друзья. А, на самом деле, мы пришли тут поддержать вот маленького человечка, который болеет. Ну, это самое страшное, когда дети болеют, на самом деле, но... Я думаю, с Божьей помощью все будет нормально здесь. Как бы я очень рад, что вы пришли поддержать хоть как-то, хоть... И это очень важно сейчас, в наше время, тем более такая поддержка, она дорогого стоит. Дай Бог вам всем здоровья. Храни вас Господь. Давайте похлопаем. А вот тут детишки пели, это вообще... Я там сидел, я чуть не проследился на самом деле. Вот. Ну, я пришел с таким игрушечным инструментом, чтобы не это самое, не выделяться как-то среди детей. И на стульчик сел, чтобы не казаться таким огромным, чтобы приравниться к детям, потому что как бы мы ни взрослели, как бы мы ни старели и так далее, мы всегда остаемся детьми. Во всяком случае, я бы всем вам это пожелал. Можете еще раз попробовать? Somewhere over the rainbow. Far behind me.
Wearing trouble, not likely to drive. Way above the chimney tops, that's where you find me. Well, I know that I'm in the dark. I know you.
Да, пока Алина расставляет стойки, воспользуемся этой паузой. Дорогие друзья, как вы знаете, у каждой песни есть своя история. И композиция, которую сейчас готовятся исполнить наши артисты, ей же больше 30 лет. Написал ее канадский поэт, песенник Леонард Коэн. Что интересно, до окончательного, финального варианта этого текста у него было около 80 различных версий. Ну, наконец-то он определился, чему мы все несказанно рады, потому что эту песню исполняют очень многие певцы, артисты, где она только не звучала. Она звучала в Ванкувере на зимней Олимпиаде 21-й. Она звучала в хорошо всем известном мультфильме «Шрек». И теперь для вас ее исполнят наши артисты, наши певцы. Анастасия Полинова, Джеральд Алборов, Аракси Мавсисян, Кристина Путинцева и Дмитрий Пальчиков. Встречаем! Like these, the fun of faith, my
Друзья, сейчас прозвучит еще одна потрясающе красивая композиция. И исполнять ее будут практически те же ребята, немножко в измененном составе. Так что мы снова приглашаем вас на сцену. Араксия. Зачем уходили, вообще непонятно. Араксия Мавсисян. Еще раз здравствуйте. Арина Егорская, Дмитрий Пальчиков, Юлия Путинцева и Алина Филиппова. Песня называется «Мама Сет». Come.
Вот это семья называется. Это была Елена Кочуровская за роялем. Мама вот этого чуда. Мало родить, а вот воспитать вот такое, такое чудо. Так, а мы зовем сюда Александра Акуличева. Мне кажется, что вот он похож на русского Нопфера. Да, Саша? Мне вот так всегда казалось. Встречайте, это очень круто. Пауза. Что-то вы хило аплодируете. Давайте-ка побольше. Пауза для настройки посередине. Отличный момент положить что-нибудь в ящик. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one line. It's warming me in the night. One love you get to share. It means you think you don't care for me. Did I disappoint you? And the bad taste in your mouth. You act like you never had love. And now I mean to go out. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We want, but we are not the same. We get to carry each other on. Have you come here for forgiveness? Have you come to meet the dead? Have you come here to pray Jesus? The lepers in did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, that's all I got. We won, but we are not the same. Well, we hurt each other, and we do it again. Using love is a temple, love the higher one. Love is a temple, love the higher one. You ask me to help, and then you make me grow. And I can be holding on what you got. When all you got is hurt, one love, one world, one life. You got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, Большое спасибо, Александр.
Мне кажется, за этот вечер, за этот день, за это мероприятие вы запомните всех наших исполнителей, потому что многие из них уже не раз стояли на этой сцене. И я вновь их приглашаю. Эти замечательные ребята, которым уже можно аплодировать, мне кажется, начинать. Джеральд Албор, Анастасия Полинова, Юлия Путинцева, Араксия Мавсисян и Алина Филиппова. Hit the road! Check! Потрясающую женщину. Ее голос это как такое теплое пуховое одеяло, в которое ты закутываешься, и тебе не хочется оттуда вылезать. Хочется ее слушать, слушать и слушать и слушать. Екатерина Балыкбаева, встречайте! Добрый день, конечно же.
тут мы весь концерт сидим и слушаем так. На самом деле очень трогательно. Сегодня дети пришли помогать детям. Это очень важно и для нас, и для наших детей, и вообще для будущего, нашего будущего с вами. Так давайте их поддержим, дорогие друзья. Не забываем про розовую коробочку. Спасибо огромное всем родителям, спасибо в первую очередь организаторам, огромное спасибо. Алечка, Тазенька, огромное вам всем спасибо. I smile, but I never see as
Еще наизусть фамилии и имена, но можно я их представлю. Дорогие друзья, замечательные ребята. Фортепиано Ксения Жиронкина. Пожалуйста, поддержите. Просто великолепные ребята. Алексей Максимов. Бас-гитара. Михаил Фоченков. Барабаны. Саксофон Василий Яник. И гитара Сергей Ломатов. Большое спасибо, ребята. Они сегодня не успели работать, двигаться для всех, для нас и для нашего будущего. Большое спасибо всем. Я все верю. Большое спасибо. А я приглашаю на эту сцену нашего следующего исполнителя, вернее, исполнительницу, Мария Суханова. Песня называется «Walking Away». Встречайте. Бурными аплодисментами, пожалуйста. Thank you.
Сейчас я хочу пригласить на эту сцену двух замечательных сестричек, Юлию и Кристину Путинцевых. Вы их уже тоже сегодня видели. Готовьтесь громко-громко аплодировать и подпевать. А подпевать придется вот такие вот слова. Ра-па-пап. Запомнили? Давайте потренируемся. Ра-па-пап. А все вместе. Ра-па-пап. Ну неплохо. Подойдет? Или еще раз? Давайте еще раз. Давайте все дружно. Ра-па-пап. Ра-па-пап. Ну поехали. Дети. Я читаю
Всегда и везде с нами, и воздействует она на нас по-разному. Она может заставить нас плакать, заставить смеяться, заставить радоваться, улыбаться. Собственно, именно такой посыл сегодняшняя музыка несет – добра и радости, которую мы посвящаем девочке по имени Рита. И надеемся, что к концу нашего вечера коробка для пожертвований наполнится до конца, и мы ей все вместе поможем эмоционально и финансово. Thank you.
Антонкин, Алеша Максимов, Миша Фотченко, Сергей Ломака, Василий Яник. Сейчас я хочу позвать на эту сцену нашу вишенку на торте, что-то называется. Совершенно восхитительного музыканта. Она даже не нуждается в представлениях, потому что все вы ее знаете и ждете. Этери Бериашвили, встречайте! Свои правила. Мне, например, тоже моя диктует свои правила. Она меня долго не отпускала, поэтому я приехала с сильным опозданием. Тем не менее, я, конечно, с большим удовольствием сыграла бы с этими удивительными, талантливыми ребятами, но мы не успели ничего подготовить. Они подготовленные, вам не хочется ничего показывать. Но что-то вот... Конечно, я могу сейчас подойти к роялю, сейчас что-то такое сыграть, но вдруг у меня такая мысль вставить свои грузинские 5 копеек. Можно? Только с вами вместе. Я это часто проделываю, и это могут сделать практически все. Абсолютно в любых залах. Уже многолетней практикой это доказано. 2 ноты всего нужно. Подпоете на букве О. Сейчас я скажу, какие ноты. И когда я покажу рукой, чуть-чуть снизимся, да? Например. На цветном дыхании просто, ну, вы дышите, Лена дышит, а люди вокруг поют. И наоборот, да? Ну, в зале, кстати, певцы, поэтому помогайте. Без интервалов, ребят. Просто... И когда я покажу вот так... И потом... Вернемся, да? Это старая грузинская песня. Девушка, которая провожает своего любимого на войну. Когда ты уходишь, слезы наворачиваются мне на глаза. Слезы наворачиваются на глаза каждый раз, когда слышишь такие грустные истории. Ну, это не из песни, это я так говорю. Грустные истории о том, когда болеют дети. Когда болеют... Когда кто-либо болеет. Это неправильно, это нехорошо. Вообще, я бы профессию врачей отменила бы. Давайте... Не будут врачей, не будем болеть. Давайте так договоримся, как-то, ну, чтобы как-то, не знаю, не видеть столько страданий. Я, кстати, из-за этого ушла из медицины, потому что я не могла. Когда уже началась клиническая практика, я поняла, что я не смогу видеть столько боли. Потому что это делают фанатично преданные медицине люди. Итак, поем. Без интервалов, ребят. Я понимаю, что вы умеете петь интервал. О, Черемонова, oh,
20 лет, как мы дружим. Дети, учитесь дружить, учитесь быть. Вы молодцы, вы потрясающие, у вас такие чистые сердца и души. Вы делаете потрясающие вещи, помогаете уже, да, деткам и взрослым, которым, возможно, вы и не знаете. У вас это значит, что вы вырастете очень хорошими людьми. Но сохранить дружбу в течение 20 лет, и я думаю, что 20, и 40, и 50 нам не помеха, потому что всегда есть много общих тем. Мы меняемся, и обстоятельства, и наша дружба меняется вместе с нашей жизнью. Это удивительный певец, от первых звуков которого я обалдела 20 лет назад и балдею до сих пор. Его зовут Андрей Солод. Я уже не буду говорить о том, что лауреат международных конкурсов и так далее, и так далее, и так далее. Обладатель многих премий. Заслуженно... Кстати, самое главное, я упустила. Заслуженный артист России, друзья. Заслуженный друг Этери Берешвили. Вот, это самое главное. А песня, которую мы сейчас поем, мы ее начали петь... в арт-клубе «Ностальжии» 20 лет тому назад. Этому дуэту 20 лет. Один, два, шесть. Вы меня слышите? Прекрасно. Thank you.
Тяжело, когда болеют взрослые, а уж когда болеют дети, так это просто ужасно. Я, наверное, в своей жизни так немножечко, чуть-чуть расскажу. Была у меня похожая ситуация, она была со мной, и, в общем-то, ты свидетель. Надежд не было никаких уже, и моей маме сказали, что мама, забирайте своего мальчика, в общем-то, помочь вряд ли чем-то сможем. И не буду рассказывать, что мы делали, как мы делали. Я могу сказать, что сделал я одно. Я забыл про врачей совсем. Хотя я к этому не призываю ни в коем случае. Но моя ситуация, я понимал, либо умирать, либо жить. В общем-то, что-то надо делать. И я понял, что нужно искать и поговорить. Долго искал, долго говорил, долго просил, и пришли некоторые откровения. Мне он сказал, ты просто иди и пой. И, в общем-то, я на костылях, на палочке, у меня не работали вообще суставы, ни один в тот момент. Я пошел петь в церковь. Я пел где-то года два, и через год я вдруг понял и осознал, что у меня больше ничего не болит. Так совершенно случайно. И в этот момент мне пришла мелодия в голову, и я позвонил Этери. Помнишь, да? Я позвонил Этери, говорю, ты знаешь, я написал песню. И спел ее, просто спел на ля-ля-ля, просто голосом, акапельно, в телефон. И что ты мне сказала, ты помнишь? Ты мне сказала, мы просто друг друга называем, извините, Мася. Она сказала, Масечка, это новая жизнь. И вот всегда нужно искать эту новую жизнь, нужно к этому стремиться. И самое главное, нужно верить, что на самом деле все поправимо. Я хочу сейчас петь эту песню с Этери. И я хочу пригласить сюда и нашего тоже огромного друга, которого мы очень любим, эту Катю Балабаеву. Катюша, иди сюда. И Таису Румидис мы хотим позвать сюда тоже. Да, здравствуйте, господи. И, знаете, я очень бы хотел бы вас всех попросить, поскольку ситуация серьезная, давайте вот каждый из вас не поленится сейчас и встанет обязательно и обратится вот этим местом, да, вот этим, сердцем нашим. И будет говорить любые слова, вот, которые придут вам в голову. Просто обращайтесь и молите Бога о помощи. Потому что эта песня была написана в непростое время. У этой песни есть определенный посыл. И после этого давайте будем верить, что произойдет чудо. Да? Можно.
Коробочки. Все-таки, если кто-то еще хотел туда что-то положить, у вас есть такая возможность. А я снова зову на эту сцену Анечку Кочаровскую, наших музыкантов, дорогих. Выходи, выходи. Как вы думаете, какую песню она споет?
Какую песню? Фунтика. Песня о доброте. Это песня о всех вас. О добре. Сейчас мы споем еще одну веселую песенку. И она, видимо, у нас финальная. Да, Таис? Мы должны успеть посчитать, правда, наши денежки, которые мы собрали. Je les entends reprendre cœur et je te trouve en cœur.
Спасибо Алине Филипповой за то, что она проделала вот такую колоссальную работу в подготовке к этому концерту. Вы даже себе не представляете, какая это работа. Поэтому аплодисменты, Алина Филиппова! Спасибо. Спасибо, ребята, музыкантам, Ксюше. Спасибо, что все получилось. Ну что, девчонки, где вы есть-то? Барабанная дробь. Барабанная дробь. Давай-давай, как экзамен, готовься. Давай. Я вообще их не вижу. Счетоводы наши. Я отправила девочек, говорю, идите, и... Там светлее. Где светлее? А, наверное, они за дверью? Да. Не успели пока. Давайте позовем. Давайте. Девочки! Денежки! Девы! Идут! Кончился сегодняшний день, сейчас нам расскажут девочки. Они скрыли розовую коробочку, я сама автографы покупала. Сегодня... Итак, оглашаем. Сегодня для Риты мы смогли собрать 40 тысяч и практически... Подождите, и плюс... 40 тысяч и практически 200 рублей. Это в коробочке? Еще плюс билеты 22-150. Итого, я еще тот считала. 60-350. Спасибо. Спасибо каждому из вас за этот день, да, за взнос, за то, что вы помогли вместе с нами. Рите, мы желаем здоровья, чтобы все прошло успешно. Если все будет хорошо, берем ее к нам и будем учить ее петь и говорить. Она очень любит петь, мы ее обязательно научим. Итак, давайте аплодисменты Рите, все в прямом эфире идет!